Сергеевск, он тур Junior's Battle. Этот парень попал на афишу, потому что давно запомнился нам своим характером и фризами. А фотография — это с мероприятия Hot Funky, о котором вы знаете. А хочу я еще затянуть немножко эту паузу, чтобы ребята сконцентрировались и рассказать, за что же все-таки наши танцоры бьются. Победители всех номинаций получают замечательную вещь. Они получают доступ, бесплатный доступ, привилегированный доступ к знаниям. 23 и 24 августа в городе Одесса пройдут воркшопы «Адреналин». Эти воркшопы дают 8 топовых мировых звезд, 8 невероятно известных, прокачанных супертанцоров во всех стилях. И сейчас ребята бьются за знания. И это достойно вашей поддержки. Ну, накалил, судьи готовы, участники готовы. Диджей Кусто ставит свою лучшую пластиночку. И мы начинаем. Правила известны. Come on!